Привет, друзья! В данной подборке я собрал только те инструменты, которые реально могли бы пригодиться в хозяйстве, и надеюсь, вы тоже найдете для себя что-то полезное. Поехали! Специальные адаптеры и переходники с BNC на другие типы разъемов, например, на бананы. Подобные комплекты помогут подключиться к любому устройству, провести измерения с любого разъема штатно, без соплей и напаянных скрученных проводов. Будет полезно для тех, кто в теме. Быстросъемный адаптер. Этот адаптер подходит для подключения любых насадок и сопел к вашему пистолету Кёрхер. Подходит для моек Кёрхер серии К. С помощью него вы можете подключить любые шланги, трубки, удлинители, форсунки и сопла. Набор бит и головок для шуруповерта, состоящий из 208 предметов. Оснастка представлена шестигранными битами HEX, звездочками TORX, с прямым шлицом SL, крестообразным PHILLIPS и POSI DRIVE. Биты с квадратным шлицом ROBERTSON. Биты с антивандальным шлицом SPANNER HEAD. Данный шлиц еще называется SNAKE EYE, змеиный глаз. А также несколько бит под шлиц ONE WAY. Он используется в резьбовых соединениях, предназначенных только для закручивания. Каждый предмет оснащен хвостовиком. В наборе присутствуют биты с длиной 25, 50 и 75 мм. Также в наборе имеются торцевые головки. Теплопроводящая прокладка. Обладает теплопроводными свойствами, при этом ток не проводит. Это позволяет закрепить несколько элементов, например, транзисторов на одном радиаторе. Подойдет для ремонта ноутбуков и планшетов. Шланг высокого давления для моек. Можно выбрать несколько вариантов и нужную длину. В комплекте есть соединительный адаптер. Хороший способ установить мойку в гараже или около водопроводного крана и розетки, а машину мыть на подъезде к дому. Набор гаечных ключей, который, как мне кажется, должен присутствовать в любом ящике для инструментов. Ключи комбинированные. Такие изделия сочетают в себе все достоинства накидного и рожкового инструмента. Один их конец оснащен стандартным открытым зевом, а второй – кольцевым профилем. Накидная часть имеет 12-гранный профиль, который наклонен на 15 градусов от горизонтали и позволяющий увеличивать площадь контакта с крепежной деталью и уменьшать вероятность деформации ее граней. USB осциллограф в виде приставки к компьютеру или телефону. Модель работает через OTG с Android OS. Представляет собой компактную приставку на два канала с аналоговой полосой пропускания до 20 МГц или до 50 МГц на выбор. Реноватор Deca. Сам прибор мощностью 500 Вт, частотой на холостом ходу до 22 000 колебаний в минуту и массой 1,4 кг. Это универсальный инструмент для дома, сочетающий в себе функции таких электроприборов, как лобзик, болгарка и шлифовальная машинка. В зависимости от используемой насадки, изделие может легко и точно резать под разным углом, вырезать отверстия, распиливать небольшие заготовки, шлифовать, полировать, а также зачищать различные поверхности. Термоклей. Альтернатива термопрокладкам со своими плюсами и минусами. Из плюсов лучшая теплопередача, простота использования и большая эффективность. Из минусов только то, что клеит намертво. Противопожарное покрывало. Иногда бывают случаи, при которых под рукой может отсутствовать или не заполнен огнетушитель. В таком случае очень сильно может пригодиться такое противопожарное покрывало, которое позволит быстро потушить очаг возгорания, накрыв его и заблокировав доступ кислорода.
Система кругового обзора автомобиля. Раньше такие системы можно было увидеть только в авто премиум-класса, а сейчас систему можно установить даже в Ладу. В комплект поставки входят 4 камеры и контроллер, преобразующий изображение. Ремонтный комплект для восстановления обогрева заднего стекла автомобиля. В комплект входит специальный токопроводящий клей с частицами серебра и все необходимое для его правильного и ровного нанесения на область разрыва цепи. Диммеры для плавного пуска светодиодных лент и ламп. Позволяют устанавливать до 5 динамических режимов, 6 уровней скорости, 8 уровней яркости светодиодных лент. Диммеры имеют стандартные распиновки под разъемы LED RGB. Насадка пеногенератор представляет собой универсальный пеногенератор с литровым бачком, с регулировкой угла выхода пены, а также с адаптером в комплекте. На выбор несколько вариантов с различными видами переходников не только для Körcher, но и для многих популярных моделей. Рюкзак для инструмента Work Pro. Рюкзак имеет продуманную эргономику, широкие плечевые ремни, прочную молнию, а также множество отсеков для инструмента, в том числе и крупного электроинструмента. Сумки на пояс для инструмента. На выбор несколько моделей, изготовленные из прочного материала с пропиткой и защитой от истирания. Сумки дают возможность взять с собой для работы на высоте, да и просто для удобства, сразу несколько инструментов. Сварочный молоток, при помощи которого можно удалять шлаки и брызги, которые остаются после сварки. Вес молотка 300-500 грамм. С одной стороны молотка расположена зубило, с другой – жало для удаления шлака в корне шва. Пружинная ручка смягчает отдачу от удара. Цифровой ультразвуковой прибор для измерения толщины стен и иных конструкций. По отзывам, устройство плохо пробивает стену без смазки. Что интересно, в качестве смазки может подойти даже зубная паста. Прибор состоит из основного приемника и двух измерительных щупов. Защитные очки со встроенными направленными светодиодными фонариками на обеих дужках, с помощью которых можно подсветить рабочее пространство или область, которая находится в тени. Пригодится как для ремонта, так и для обычных условий. Гибкий вал с комплектом насадок для точечной шлифовки и полировки различного рода элементов. На выбор есть огромное количество насадок для полировки. Вал можно подсоединить к дрели или шуруповерту. А это видео подошло к концу. Спасибо за просмотр. Все ссылки будут в описании и в первом закрепленном комментарии. Также смотрите следующий ролик с этой заставки с не менее интересными вещами для дома с сайта AliExpress. Всем добра!